От уборщицы до руководителя студии красоты. Накануне в резиденции губернатора наградили профессионалов. Медали признания общества получили 46 человек, а в общей сложности около 90 южноуральцев стали претендентами на получение такого знака уважения. Мы должны замечать неординарных, ярких людей. На мой взгляд, именно они двигают общество, развивают его, улучшают. Это всегда нам было нужно. А в сегодняшнее наше непростое время это нам нужно вдвойне. Выявить победителей среди номинантов должно было жюри из 12 человек. Критериями оценки стало не только высокое качество выполняемой работы, но и умение ладить с коллективом. Последний аспект должны были выявить интернет-пользователи. За кандидатов на получение признания общества можно было голосовать онлайн. Одним из обладателей премии стала Лилия Карандашова, повар с 14-летним стажем. Самая фишка – это нужно чувствовать сердцем, улыбаться людям. И самое главное – это только добро. Остальное будет все хорошо. Когда к людям по-хорошему, то люди улыбаются тебе, им все нравится, все замечательно. В общей сложности знаком «Общественное признание» отметили лучших профессионалов в 14 номинациях. Лауреаты получили почетные грамоты.